Правоохранители задержали 22-летнего уроженца одной из стран Кавказского региона, который в январе избил двух работников Одесского гарнизона полиции. После избиения один из полицейских был в коме. В марте преступник был задержан. После нападения на сотрудников полиции было начато уголовное производство по статье «Покушение на убийство». Когда установили место, где скрывался нападавший, для его задержания привлекли бойцов Одесского спецподразделения полиции КОРД, корпус оперативно-внезапного действия, и работников подразделения внутренней безопасности. Триває досудове слідство за статтями 115 та 615, це замах на навмисне вбивство, та 121 нанесення особливо тяжких тілесних ушкоджень. Підозрюваному загрожує терміну ув'язнення до 15 років.